все движения у меня идут от души, от сердца. Когда я танцую, я передаю грацию именно крымско-татарского танца. 24 года я уже на сцене. Нужно показать взглядом эту харизму. Должна прожить и передать это зрителю. Тогда зритель поймет. Девушка должна быть грациозная. Здесь работают ручки. Не спеша все это делать нежно, тогда можно передать именно вот эту грацию крымско-татарского танца. Любая хореография отталкивается от классического танца. Учим позиции рук, позиции ног. Это первые шажочки хореографии. После того, как у меня родились свои дети, у меня все перевернулось в другую сторону. И я просто каждой минутой в этой жизни начала до такой степени наслаждаться. Вот это гордость. Крымско-татарская культура развивается и передается по поколениям. До сих пор я набираюсь багажом, мне это нравится, и передаю это детям. Эти дети будут передавать своим детям, потому что это наше будущее –